Итак, всем привет, ребята, это уже 17-я часть второго сезона про мой Go Road МКВ. И сейчас мы будем строить коттедж, который у главного героя из игры «Мафия 2» был. Ну, помните, у него коттедж был, но его в главе наш друг спалили, ирландцы. А если к этому сгоревшему коттеджу приехать уже в главе «Дары моря», то он будет весь сгоревший. И так до конца игры. Но до приобретения этого дома он целый, но там нету интерьера внутри. Или есть, я не знаю. Ну, я уже передумал строить дом, так что я подумаю, что еще построить. Вот мы уже достроили ресторан «Красный дракон». Надо что-нибудь еще построить. Так, давайте собирать урожай. Нормально. А где слесарь третий? А вот он. Дайте ему что-нибудь пожевать. Ну, давайте курицу дадим. Чё, упал?
Надеюсь, что-нибудь на другое заменим. Ну, например, ну вот это. Ну, так что всем пока.